Покемон стоит в море, на море. У меня просто нет слов, чтобы описать свои ощущения. Прямо сейчас мы едем по серпантину в горах. Посмотрите. Я знаю, что сейчас здесь Лейсан Утяшева. Мне кажется, Юля еще ни на кого так еще не смотрела, так ровно в глаза прям. Привет, ребята, я Энни Мэджик. И прямо сейчас очень неожиданное начало для ролика, потому что мы с Юмичу находимся в другой стране. В Испании, на острове Майорка. Это первый раз для Юми. Она впервые полетела на самолете, впервые поехала за границу. Впервые, скорее всего, я очень на это надеюсь, увидит море. А как мы здесь оказались вообще? Вот эти вот ребята, на фоне флага которых я стою, из компании Toyota, Toyota пригласили меня потестить их машину под названием Toyota Corolla. В общем, нам реально пора отдохнуть, поэтому надо отправляться в отель. Кстати, наверняка многих из вас заинтересует, как вообще Юми перенесла перелет, как она сюда летела. Мы только что зашли в аэропорт. На самолете она тоже полетит первый раз. Посмотрим ее реакцию, как это будет. Мы оплатили Юмичу, прошли регистрацию, сходили в ветконтроль. Это билет Юмичу. Багажный. Хорошо, что у этой переноски в Юмичу вверх в сеточку, и она легко может видеть меня, из-за этого меньше нервничает. Хорошего нам полета. Адиос. Адиос. Покемон. Смотрите, ребята. Пальмы. Юми. Если ты еще не подписан на канал, скорее подписывайся, чтобы не пропускать наши самые эпичные, новые, классные видео. Ставь лайк, если любишь ролики про путешествия, и тогда мы будем снимать их побольше, почаще. И пиши свои комментарии, потому что они появляются вот здесь вот в ролике. А мы погнали! Кстати, так как мы на Майорке будем... Вау, какая красота! Ладно, об этом позже. Сегодня я буду пассажиром, так как я слишком мало часов спала. Юмичу поедет на заднем сиденье с нами. А, какой легкий! Офигеть! Юмичу, вперед! Ту-ру-ту-ту. Работает профессионал. На самом деле, Toyota пригласила не меня, а Юмичу. И я просто ее сопровождаю, потому что сегодня она должна протестировать эту тачку и сказать, как она ей. Ладно, ребят, я просто решила совместить приятное с полезным. До. Мое первое ощущение на месте пассажира, и я думаю, на месте водителя то же самое, это какая-то мягкость, такая плавность. Вообще очень классный современный дизайн, все блестит, вот эта вот кожа здесь. То есть обычно, ну, по моему личному опыту, в маленьких машинах как-то все попроще в этом смысле, и поэтому ты не ожидаешь, когда видишь эту небольшую такую миленькую машинку, что внутри уровень комфорта вот реально как в машине, ну, намного выше классом. Зеркальце, оно вот так вот чик. Что нужно девочке на пассажирском сиденье? Конечно же, зеркальце. Господи, зачем я это говорю? Вообще, вот можно танцевать тут. Как там было это? Мама Люба, давай. Мне кажется, для девочек она идеально подходит. Мальчики, конечно, тоже могут на ней ездить. Мальчики, не обижайтесь. Хорошо, что сейчас здесь прохладненько, кондиционерчик. О, какой кайф! Ту-ту-ту-ту-ту, мы приехали! Тут на входе на ресепшн стоит Corolla. По-моему, Юмичу очень нравится здесь в машине. Как же, ребята, времена изменились. Смотрите, какая тут красота. Мы с Юмичу пойдем прогуляемся чуть-чуть. Перепрыгивай. Ай, молодец, давай сюда обратно. Вот молодец, давай обратно. Давай, ай, молодец. Что там такое? Ты кто бежит ко мне? Давай. Ай, молодец, залазь. Пойдем на наш вид, посмотрим. Газончик тут кайфовый, да, скажи? Травушка. Шикарный вид. Юмичу, это же твое первое путешествие. Прямо на руках уже просто засыпает. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Юми, скажи, я так устала, из этого можно делать мем. Когда ты устал. Так, я в номер поеду, отвезите меня. О, посмотрите на это. Для Юмичу приготовили лежанку, миску. Тебе даже игрушечки тут приготовили. Смотрите, ребят. Юми даже почувствовала, Юми уже хочет кушать, кстати, надо сейчас будет ее покормить. Ух ты, он как мягкий, как мусс. Позор, позор.
позор. Это баночка вот такой вот классной, очень крутяцкой соли, потому что я тут прочитала, вот здесь на бумажке написано, что Майорка славилась всегда добычей соли. Алмендрас, наверное, это миндаль в чем-то. Кофемашина, если ты захочешь кофе попить. Я обожаю лазить по шкафам всяким. О, вау, это барчик. Ну, короче, понятно, это шкафчики пустые. Диванчик, столик, креслиц со старшерчиком, типа вечером почитать книжечку. А, кроватка, кроватка. Тут столик туалетный посидеть здесь, привести себя в порядок. Такие прикольные двери очень. Они вот так вот, фух, тоже такая же очень тяжелая, ух, дверь в гардеробную. Офигенная просто ванная. Зубная паста, зубная щетка, всякие шампучки. Мило, мило, мило. Вот здесь душ, ванная. У меня кончилась туалетная бумага. Блин, я не знаю, почему мне лезет всякая фигня в голову, ребят, ну, да, вот. Напишите в комментариях, если вы знаете, зачем. Это балкон! Можно вечером вот так на закате прийти сюда, нам с Юмичу на диванчике посидеть. Очень проголодалась, потому что долго не кушала. Покемон всегда так смешно ест, он так всегда чавкает. Спокойной ночи и скоро увидимся. Надо вставать. Да, мам, я не хочу. Какое утро без кофеечка. Раннее утро, мы проснулись и уже идем завтракать. Сейчас покажу, чем нас кормят на завтрак. А Юмичу осталась в номере. Она у себя там будет завтракать. Потому что сюда, где кушают люди, с собачкой нельзя. Хамон, ребята. Омлет, бекон, какие-нибудь сыры. Я вот взяла себе даже какой-то маринованный сыр в оливковом масле. Я почему-то всегда беру одно и то же, еще круассанчик один. Вот, вот эту машинку мы будем с Юмичу, которая сейчас в переноске, тестировать. Будем с ней кататься по острову на вот этой Toyota Corolla. Я вам ее немножко покажу сейчас. Вот так посмотрев на нее, у меня первое ощущение, что она очень миленькая, красивенькая, такая прям хорошенькая девочка. Потому что иногда бывает такое, что ты смотришь на машину, и у тебя вот, ну, не вызывает она никаких ощущений, либо даже кажется иногда некрасивой. Вот она прям такая, мне кажется, стильненькая. А еще мне нравится, что у нее стиль вот этот современный такой хай-тек дизайн. Здесь прям очень просторный салон. Очень много места вот здесь для ног. Мне это нравится. Иногда бывает, в машину садишься на заднее сиденье, и коленки просто тупо упираются в спину водителя. Мне кажется, что здесь всем моим четырем собакам было бы прям комфортно и достаточно места. Но сегодня, в этот раз, очередь Юмичу путешествовать. Надеюсь, когда-нибудь мы поедем на машине. Моя мечта просто, чтобы мы всей своей волшебной семьей поехали в путешествие на машине. Ну, хотя бы по России. Ну что ж, проблема людей с невысоким ростом – это доставать до педалей. Поэтому я очень часто в машинах придвигаюсь очень близко. Юмичу перелезла ко мне, видимо, хотела попробовать рулить, водить. Но нет, Юмичу, собакам водить нельзя, за рулем сидеть. Короче, я уже повесила в Instagram Stories новую Corolla и поставила там хэштег «Новая Corolla, маленькая Camry». И мне стали в директ писать, что «Ань, при чем здесь Camry? Это же Corolla, это совсем другая машина». Да, я понимаю, что это разные машины, но я, например, в своей жизни видела Toyota Camry, и да, она действительно, я согласна, выше классом. Но тут получается так, что новая Corolla ничем не хуже машины, которая явно выше ее классом. Вот такой вот руль здесь красивенький, небольшой, приятненький, удобненький. Здесь куча на руле кнопочек. Виды как в кино у нас. Вот он наш красавец-экранчик. А вот здесь у нас вот такая красивенькая глянцевая панель и кнопочки управления всякие разные. Через 200 метров поверните направо. В это время покемон на заднем сиденье расселась на моем пальто. Да, конечно, Юми, очень удобно, как всегда. Я не знаю, видно ли вам сейчас будет, но у нас на фоне море. Мы сейчас едем прямо слева море. Здесь ветерок такой, я надела шапочку. Покемон, ты уже чуешь море? Ты уже чуешь море? Мы приехали сюда покататься на серфинге, но погода, по-моему, не очень позволяет нам кататься. Смотри, здесь везде какие-то странные штуки. Я не знаю, что это, как опилки какие-то.
Как всегда, у нас что-то пошло не так. Смотрите, во-первых, я хотела вот это вам показать. Я не понимаю, что это такое. Все побережье в этих прикольных шарах. Правда, посмотрите, какие-то странные вообще объекты. Ребят, если вы знаете, что это, напишите в комментариях. Может, вы где-нибудь в Испании такое еще видели. Потому что я такое вижу в первый раз в жизни. Мы приехали сюда покататься на серфинге. Поэтому выбрали именно этот пляж, потому что здесь школа кайтинга. Вот идеального такого захода в море нет, песочка. Потому что здесь везде вот эти вот водоросли и странные штуки, шарики. Но Юми сама пошла, по-моему, к серфингам и к сапам. Я собиралась попробовать научить Юмичу вставать на сап. Да. Но ветер такой сильный и погода такая прохладная. Боюсь, что море слишком холодное. Несмотря на такое солнышко, достаточно прохладно. Поэтому я и на самом деле передумала серфить. Но я думаю, что в любом случае мы можем попробовать с Юмичу хотя бы дойти до воды. Попробовать, насколько она холодненькая. О, песочек! Я голыми ногами по песочку хожу. И, возможно, даже Юмичу все-таки захочет к ней, в нее зайти, в эту воду. Юмичу, иди сюда. Юми, иди сюда. Иди ко мне. Давай, не бойся. Давай, покемон, ты че? Ты же купалась на речке, а это на море. Иди ко мне. Давай, 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 давай. Давай, иди сюда. Короче, Юмичу отказалась заходить в воду. Но, знаете, честно скажу, я ее прекрасно понимаю. Очень холодная вода. У меня уже околели, закоченели ноги. То есть просто вообще нереально купаться, уж тем более. Покемон, иди сюда скорее. Ай, молодец! Ай, молодец! Ай, молодец! Дали полотенчика, я сейчас вытру ноги. Надеюсь, в следующий раз мы поедем уже туда, где мы сможем купаться. О, смотрите, дрон. Потому что здесь сейчас холодно. Юма, что там такое? Че она там нашла? Пойдем. Вот они ключики, ребята, я сейчас покажу вам волшебство. Я подхожу к машине, она закрыта на самом деле. Если я сейчас... Вот, она на меня реагирует, уже открывается зеркало. И ключи находятся рядом с машиной, и, соответственно, она сама открывается. То есть мне не пришлось нажимать ни на какую кнопочку. Хорошо, каждый раз думаю о том, что есть камера заднего вида для таких, как я, чтобы не вляпаться, как всегда, в кого-нибудь. Это просто очень важный момент. Так, мне сейчас надо развернуться. Кстати, я заметила, вот здесь на Майорке все дороги такие извилистые, прям поворот за поворотом. И вот на них очень хорошо ощутилась поворачиваемость Короллы. То есть она реально очень легко поворачивает. Блин, такой легкий руль машины очень хорошо слушается. Мне кажется, что даже Юмичу просто моя собака могла бы водить с таким рулем. Смотрите, какие двери и окна прикольные. На высоте просто человеческого роста. Такие ставенькие, зеленые. Еще я заметила у Короллы такой вот именно легкий разгон. Очень хорошо разгоняется, легко так, без напряжения какого-то. Прям ты газуешь и все. И уже летишь практически. Мы уже подъехали. Сейчас я буду парковаться, и мы пойдем продолжать гулять по Майорке. Такая сидит. Нормально, да? Нормально тебе? Нормально? Хочешь порулить? Хочешь порулить, покемон? Ай, молодец, смотри, водичка. Смотри, какая водичка. Смотри, какая водичка. Ай, молодец, да. Ай, молодец. Иди, водичка. Ай, молодец. Ай, Юмичу, молодец. Вот молодец, покемон стоит в воде. Похвалить покемона, покемон стоит в море. На море, в водичке. Смотри, какая водичка. Юмичу, молодец. Молодец, выходи, давай. Мы нашли кусочек пляжа вот такого вот красивого, с водичкой, с песочком. И Юмичу зашла в воду. Но вода такая прохладная, холодная. Все, Юми в машине, и мы поехали дальше. Сколько мы уже ездим вот по острову, достаточно много, несколько часов катаемся тут, разглядываем всякие прикольные места. Я заметила, что реально очень комфортный салон и безумно удобное сиденье. То есть вот сколько я еду, я еще вообще не устала. То есть, наверное, будет очень легко ездить в дальние путешествия какие-нибудь и
не будешь так сильно уставать. Даже если ездишь не в путешествие, а по тому же городу по несколько часов. Сейчас я вам покажу одну вещь, которая мне очень нравится. Кстати, смотрите, когда закрываешь дверь, так очень мягенько это происходит. Во. Я не знаю, почему мне это прям так прикалывает. Такое ощущение, что ты уже в будущем, такие нанотехнологии, просто все такое. Юмины новые знакомства на Майорке. Проси, 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 если хочешь рыбку. Что к тебе прицепилась палка? Так прикольно, что вокруг здесь на Майорке все время проезжаешь какие-нибудь виноградники, миндальники, мандаринники. Ну, то есть везде какие-то посадки. У машины еще мне понравилось, что очень такой плавный ход. То есть ты так плавненько, плавненько, нежненько едешь. Ребята, у меня просто нет слов, чтобы описать свои ощущения. Прямо сейчас мы едем вот просто по серпантину в горах. Серпантин, чтобы вы знали, это вот такие вот дороги в горах, где ты едешь. И ощущение, что она просто обрывается. И вот там... Но она реально обрывается, и там горы. Это как в кино реально. Офигеть, офигеть, вы это видели? Просто вот этот вот туннель, вот это вот все. Это жесть, у меня просто нет слов, реально. Красотка, красотка. Мы сделали сейчас несколько фотографий в Инстаграм с покемоном, таких классных, классных. Прям потому что посмотрите на вид, который нас окружает. Посмотрите. Какая красота! Самое смешное в этот момент, что Юмичу, по-моему, вообще все равно. Она прекрасно отдыхает там себе на заднем сиденье. Мы поднялись на невероятное место, просто по серпантину вот так вот ехали на маяк, с которого видно просто всю красоту моря и горы, и вообще очень красиво. Я не стала брать сюда Юмичу, потому что дикий ветер, очень холодно, у меня аж пальцы уже закоченели. Я боюсь, что для нее это будет слишком большой стресс. Долго находиться прям слишком, можно замерзнуть. Так что мы погнали дальше. Юмичу сейчас у меня на заднем сиденье. Уже вечереет, и я думаю, что нам пора поужинать чем-нибудь вкусненьким. Но, может быть, по пути у нас еще что-нибудь произойдет. Козы на дороге! Козы на этом, на серпантине! Короче, уже второй день мы мотаемся по Майорке, катаемся на машине туда-сюда, в разные места, очень прикольно. Уже вечереет, Юмичу, наверное, устала, она там на заднем сиденье сидит. Мы зашли в номер, Юми очень хочет кушать. Она прям просит, дайте, пожалуйста, поесть, скорее, да? Ну ладно, хорошо, ужин номер два. Я не могу, смотрите на это. Ладно, ладно. Ужин номер два, покемон. Давай. В курточке, потому что прохладненько. Устала сегодня. Столько всего видела. Везде была. Смотрите, как у нас красиво вечером. Вообще отель просто очень красивый, но в нем реально можно заблудиться, потому что кругом какие-то туннели, лесенки, фонтанчики, водопадики. Вообще прям безумно красиво. Кстати, я знаю, что сейчас здесь Лейсан Утяшева. Она тоже, как и мы, тестировала Toyota Corolla. По Майорке ездила на ней. И я думаю, вам не надо представлять ее, кто это такая. Вы все знаете. А вот Юмичу я хочу с ней познакомить. Привет, как тебя зовут? Юми, покемон. А меня Лисан, привет. Ну вот и познакомились, скажи. Привет. Устала, наверное, да? Устала, скажи, где я только не была. У меня маленькие мои, маленькие большие мои шпицы, они прям, засыпали. Вот ребенка качаешь, и быстрее засыпает шпиц, нежели ребенок. А, ну да. То есть вот это, и песенку какую-нибудь уже. Вот так вот. Я так же с ней делаю. И даже здесь, даже мы снимали этот момент, как она засыпает прямо на руках, если ее качаешь. Ну, наверное, у мамы все-таки засыпает, да? Ну да. Рада была с вами познакомиться, девочки. Надеюсь, еще увидимся.
Все, пока-пока. Пока. Давай, пока. До встречи. Все. Что, у нас любовь с тобой случилась? Смотри, она как смотрит. Мне кажется, Юля еще ни на кого так еще не смотрела. Так ровно в глаза прям. Да я уже не могу вот от этой прелести уйти. Смотри, какой она клон. Она всем так и дается, скажи? Ну нет, я говорю, она вот так смотрит в глаза. Она обычно так не смотрит. Да? На людей. И вот, ну, когда люди, я кто-то к ней подходит, она скорее убегает быстрее. Я, видимо, животное. Мы на одной волне. Все, давайте. Удачи. Пока-пока. Рада была. 12 час ночи, и мы с покемоном ложимся спать. И снова надо вставать. Просыпайся, покемон. Пойдем. Покемон, пошли. Ты сейчас там не выйдешь. Хвост только один торчит. Ничего себе ты дала. Едем домой. Она так радостно носится с утра. Хотя не хотела просыпаться. Ребятки, возвращаемся домой. Ты где? Давай. Вылазь, спала под креслом всю дорогу. Давай, выходи. Пока, машинка. Мы с Юмичу покидаем Майорку, Барселону, короче, Испанию. И через несколько часов уже будем в Москве. Надеюсь, вам понравилось наше эпичное путешествие. Вы захотите побольше таких путешествий уже со всеми собаками. Тогда ставьте лайк, пишите комментарии, голосуйте по просьбе, переходите по ссылкам на новые ролики на других каналах. Увидимся скоро в новых видео.